Свое внимание Владимир Путин акцентировал на улучшении работы многофункциональных центров и на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья. Участие в обсуждении вопросов принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Напомню, майские указы глава государства подписал в 2012-м. Для подведения промежуточных итогов президент каждый год проводит совещание с руководителями профильных ведомств и главами регионов.